Всем привет! Всем привет! Вы думаете, мы где? Ну, вы знаете, где мы. Где нам еще быть? Мы в Персоне, в галерее. Здесь перед входом все перекопали, но магазин работает. Здесь внутри чистота идеальная. Но скоро будет и снаружи красиво, потому что там укладывают новую брусчатку. Ну, все как девочки. Мы... Девочки, я в отпуске. С первым днем меня отпуска. То есть, серьезно? Ты да. Мне сказала? А на улице холодно, дубак. Знаете почему? Потому что я себе летнее платьишко еще не купила. Вот мы пришли, мне платьишко выбирать. Мы только сюда зашли, и Оля сразу кинулась вот к этому платью. Это, помните, вискозное платье? Я вам его показывала. Мне очень понравилось. Они в черном и белом цветах. Вот сейчас посмотрим, может быть, здесь есть размеры подходящие. Все. Девчонки, я уже вижу что-то новенькое. Вот этот сарафанчик, как будто льняной. Посмотрите, какого цвета. Ну, хаки рулит, как обычно. Смотрите, и платьице рядом тоже цвета хаки. Это Наталья, всеми вами любимая. Наталья, вы нам покажете? Мы сейчас пройдем, вы нам покажете, что у вас новенького. А потом Оля выберет то, что ей понравилось. Ну и начнем примерку. Оле нужно срочно летнюю одежду. А то, говорит, лето не наступает никак без одежды. Не, на самом деле мы просто ждем тоже лето. И у нас на этой неделе было 4 поступления. Поэтому товары очень много. Ой, да, я вижу новое. Вы тут все в процессе. Да. С удовольствием покажу. Наталья такая яркая сама. Да. Вот у нас такие платья получили. Смесовая ткань идет со льном. Это у нас хит продаж. Правда, садится идеально. Сборочка как раз вот она идет сзади, а спереди оно прямое. Uh-huh. И получается это вроде такой вот интересный футляр. Садится очень хорошо и садится хорошо на невысокую ростовку. Оно такое не длинное. Uh-huh. Оно с карманами действующими. Вообще большие, глубокие карманы. Тоже вот два цвета. Ой, синенькое тоже. Такое да. же. Цвет морской синий. Да-да. Да, морской синий. Потом штапеля у нас в этом году вот много. Вот это мне нравится. Оно вообще. По ощущениям, оно прям холодит. Ой, ну это вообще вискоза штапель. Все, да, как я люблю. Да, боже. Тоненько. А размеры какие? Они у нас до... Сейчас скажу. До 54-го. Угу. Но оно свободное, оно я вижу. Оно свободное, прям свободное. Если реально, я думаю, что оно до 56-го. Угу. Оля, какие платья. Да. Ой, Оля. Все, я. Вот, посмотрите, тоже. Тоже все оттенки зеленого. Угу. Очень приятно. Ткань, кстати, вот такая вот новенькая. Угу. Легкая такая, по ощущениям. Угу. Такое переплетение. Уберем, такое, да. Цвет да, Оль, говорите. Вот я на него тоже сразу кинулась. Да. Очень красиво. Оля, тебе не идет. Нет. Потому что она мне понравилась. Ну вот. Однотонное платье вот тоже получили, тоже очень легкое платье. Да, серенькое, тоже да. такое приятное. Да, мы вот тут фотографировали какой-то палантин, сумочку. Висюльку повешать, очень интересно смотрится. Вот тоже модель. Это прямо вот на жару. Да, вообще да, да. Невесомая. Я такое примеряла. Но вот это светленькое, я мерила. Темно-серое. Да, 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 другая расцветка, угу. да, у нас там. Ну вот, тоже из этой серии. Вот такое платье, тоже цвет олива. Такой олива, темный, да, красивый. Красивый, благородный. Да, и размерчик вот 50, но я думаю, что даже я в него войду. Оно такое прям свободненькое. Ну, вот так, когда его надеваешь, оно тоже ткань очень тоненькая. Тут сильно оно не большим мерит. Ага. Вот, ну... вот тоже посмотрите, какой блузка. Да, интересная. Да. Тут рисунок, серии, она как вот вышивка. Что... Да, что платье. Да, смотрится как вышивка. Угу. Цвета. Цветотипы. Да. Говорите, что нравится. Будем сразу отвешивать. Да, Оль, ты говори, что тебе вот нравится. Вот уже моделька угу. такая. Но это может быть больше, как знаете, для работы. Угу. Потому что здесь такая ткань идет, вискозная. Но не такая прям. Вот, плотненькая, да? Да, поплотнее угу. вот идут модельки.
А вот посмотрите, платье очень красивое. Его можно так, можно с поясом, можно, допустим, белые там бежевые брючки, да, футболку, да, да. Как вот такая вот будет. Угу. Как летний плащик. Да, летний плащик. Очень тоже классно смотрится, угу. Такой вот цвет. Вот это вот тоже платье. Такое женственное, в талию, расклешенное, очень такая ткань, да, она, кстати, и тоненькая, и не мнется. Да, хорошо. Угу. Да, приятно. Да, очень. Мы, кстати, примеряли со шляпкой, с черной, очень красиво. Угу. Так, иду по новинкам. Так, ну вот, желтые брючки спрашивали, мы их подвезли. Горчица, да. Да. Мне и очень цвет нравится. И прямо лето-лето. Угу. Вот. А, это у нас кюлоты. Угу. До 56 размера. Угу. Вот такие прямо они. Да, вверх грамотно подобрать, да, и будет, да, вообще, да, можно все лето выображать. Да, прям вот можно подобрать. Ой, такие природные цвета. Да. Я вот примеряла с коричневой футболкой. Угу. Очень классно смотрится. Коричневый, бежевый. Да, да. Будем примерять? Будем примерять. Угу. Это вот широкие, а вот похожий цвет. Вот смотрите, такие вот укороченные. Угу. Кто вот любит короткие, да, либо, да, даже, да, вот рост, когда невысокий. Да, и... тоже цвет такой натуральный, спокойный. Вот тоже модель получили. Получили до 62 размера. О! Да. Прям цвет тоже такой красивый. Угу. Ткань хорошая. Так, ну красненькие мы уже. Ну, красные, красные. Девчонки такие же, как у тебя. Да, да, Оля, прямо вот рекомендую. Я так ими довольна. И любой верх, белый, голубой, бежевый. И прям ярко. Что хочу сказать. Мы получили эту модель вишни. Цвет, угу. Очень красивый, да, цвет вообще. Да, вот цвет обалденный. Такой. Потом у нас вот новиночка. Вот посмотрите, такой баклажан. Да, вот, смотрите, желтый, да, я надела. Да, вообще. Да. Яркущий, прям летний. Да, очень красивый. Ну, брюк, правда, очень много. Да. Пыльный розовый. Угу. Разные, угу, тоже фасоны. Есть и прямо широкие бананы, и зауженные модели. Это вот тоже, да, у нас вот еще. Вот этот, ну, прям уже замечаете, нравится, такой хит продаж, да, да, да. Красный, вишня, да, синий, еще жемчужный цвет. Сколько брюк. Еще бежевый. Угу. Бежевый. Ой, здесь даже вот такая вот ткань, вот она, ой, знаете. Оля, глаз загорелся. Да, да. И для работы можно, и для отдыха. И они не мнутся, вот, да, что, да, мне нравится. Они легкие. И не мнутся совсем. Вот смотрите, тоже серия, брюки широкие, брюки палаццо, обстрите в пол. Угу. Прям. И на резинке. Да, я но все равно карманы очень хорошо и спереди, сидят, и сзади. Угу. Вообще можем и цвет такой. И морской стиль, да, создать. Да, и, да. И там как-то для работы с жакетом, угу, надеть. С блузкой. Да, и с блузкой вообще. Вот у нас еще новиночка. У нас, правда, поставщики радуют изобилием. Вот эти мне нравятся. Смотрите, вот какие. Эти, да, Оля? Да. Вот тебе, да, морской стиль. Да. Да. Ой, ткань. Эта ткань, как на моем платье. Я платье, угу, такое взяла, да, здесь? Будем мерить. Да, ну хотя производители разные. Да? Да. Приятно. Да. Смесовая, ой, ткань. Здесь вот тоже и хлопок, и лен, всего помаленечку. Прямо вот так. Ну так вот покажу. Вот такие топы хлопковые получили. Все равно. Вот тоже хлопковый, да, топ под любой пиджачок. Универсальный, да, абсолютно. Да. Смотри. Смотрите, такой с брючками вот. Как. Прям. И вот тут опять счастье в мелочах. Вот, да, такую вот пришили. Угу. И все красота. И смотри на спинке. Какие вот тут эти защипы. Детальки такие, да? Да, угу, мелкие детальки. Угу. И уже видно, что вещь качественная. Она всегда отмечает. Да. Да. Потом у нас вот такие вот. Мы поставщику доверились, он нам посоветовал. Посмотрите, трикотаж, а внутри вот такое вот идет переплетение. Угу. То есть очень удобно. Когда надеваешь, как смотрится джинсы. Как джинсы. Угу. Да. А они вот такие вот удобные трикотажные. Угу. И они у нас прямо до большого, там до 62-го, до 64-го размера. Да, да. А сейчас же вообще вот кто-то любит облегающие, что даже леггинсы. Вот очень много таких и футболок.
удлиненных, асимметрия. И вот, пожалуйста, такие вот брючки. Класс. Очень удобно, комфортно, там куда-то поехали. Такая вот модель у нас тоже новая. Так, потом вот у нас еще пришли вот такие клёши. Вот эти тоже они хорошо, по виду модно, как джинсы, но по ощущениям это все-таки брюки вискозные, полная длина, тоже вот отстрочки. Да, они прям как джинса выглядят, и прострочки. Да, ну они гораздо легче. Пошива очень хорошая. И вот смотрите, вот такая вот курточка. То есть вот у нас и костюм такой получился, и все можно по отдельности носить. Тоже очень, очень классная моделька. Вот на прохладное, да, там утром, вечером. Смотри, там я вижу уже. Хорошо. Уже вижу это платье, плащ или что это. А, это куртка. Я думала, это длинное, как платье, плащ. Нет, там у нас длинное еще мы тоже получали. Смотри, вот блузка. И я ее... Наталья, какая блузка вы нам, почему ее не показываете? Какая? Вот он, морской стиль. Вот совсем не обязательно белое там или синее. Вот такое красное. Красное тоже хорошо. Да, конечно. И вот такое. Лена, размер твой есть? Асимметричное. И тоже это хлопок. Оля, ну-ка давай манжет покажем. Смотри, счастье в мелочах. Да. Одна пуговка красная, другая белая. Это вообще вот... Это брендовые вообще вещи, девочки. Не надо никаких бутиков там дорогущих. Пришли, и вон какое счастье вам. Да, и внизу улыбается. Асимметрия. Вот тоже обратили внимание, что внизу вот асимметрия. Вискозная какая, Оля. Вообще прелесть. Мы, как вот, знаете, спортивные костюмы, тоже жаточка такая. Ну, тоже он сейчас спортшик, самый популярный стиль этого сезона. Да, он прямо в городской стиль внедрился и, наверное, вот... И расцветка такая модная. Да, пока вот это все в приоритете. И гладить не надо. Да, все, как я люблю. Вот одна. Про белые блузки спрашивали. Вот, смотрите, тоже вариант. Прям рекомендую померить. Он вот крылышко это, оно такое частично. Видите, как решито. Тоже, ну вот, интересно он смотрится. Супатная застежка. Померим, да, давайте такое, с брючками, с какими-нибудь померим. Вот рубашки желтые, вот как мы на Дали. Да, тоже вот она такая. Пыльная роза тоже. Цвет одна привлекает. Осталась, да, такая на 48-50. Оля, и вот рядышком такая. С ней, смотри, какая в пионах. Какая блузка, девочки. 44 тоже очень красивая. Ну, кто в офисах работает. А вон, Оль, смотри, меня рядом каждый лососевая. День блузки. Каждый день женская. Оль, лососевую достань. Я вообще люблю блузки. Ой, вот это вот тоже какая. Да? О, это моя тема. Вот нижняя. Эти рюшечки все, да. Да, да, да. Прелесть. Цвета, а вот, Оля, кстати, с бежевыми брюками, которые тебе понравились, цвет будет вообще идеально сочетаться. Бежевый и вот этот вот лососевый. Вот прямо будет идеально сочетаться. 52 размер. Будем Оль, надо примерить, да? Да, да, да. А то потом забудем, что да, с бежевыми, да? С бежевыми брючками примерим. Вот это, кстати, однотонное тоже с бежевыми брюками. Просто твоего размера, наверное, нет. А нет, там есть раз. А это другая, это другая. С пчелкой. Интересный штрих. Да, тоже интересная блузочка. Дайте блузки пересмотреть все. Хлопок 100%. А вот это вот с теми брюками, с красивый цвет, у которых такой прям длинный. А, да. Вот это ой, давайте отлично. Ее тоже, если есть такой размер, вот померяем. Вот она осталась последняя и маленькая. И маленькая, Оля, не девчонки, смотрите, какая хорошенькая. И прям ткань такая приятная. Штапель, да, Лена? Да, это вискоза штапель. Это хлопок 100%. Да? Да. Вообще да. Супер. Но она по ощущениям прям как вискоза. А какой это размер? 46-й. 44-46, девочки. Бордо. Кто 44-46? Подсказать можно? Да, нет. Иди за платьюшком, но присматривай на осень уже, на работу. Шапку. Это просто, видимо, погода еще так шепчет. Да. Потому как у нас всего же много с коротким рукавом, а тут смотрим длинный. Да.
Вот это просто тоже я блузочка люблю, очень красивая вообще. Как тут придумано. Да, вот его такие. И так можно его завязать, угу. Такой будет более озорной вид. Да, и вот 2800 стоит, тоже с брючками, там есть такого цвета брючки. Вот она, да, такое нежно-сиренево-розовая какая-то. Угу. Тоже брюк к ней полно. Ну вот эту я уже знаю, с какими брюками можно примерить, я их там приглядела. Такая есть рубашка. Угу. Тоже интересный воротничок здесь такой. Да, пуговки перламутровые. Да, кому вот такой холодный тип, хорошо будет. Так, Оля, вот для себя. Какая хорошенькая. Но тоже маленькая. Маленький размер. Ну вот это да, красивая. Качественная такая. Это вообще такой вот хлопок нежнейший. И вот он прям, который не мнется. Вот очень ткань хорошая. Мне просто вот само качество нравится. Расцветка. Угу. Вот, блин, такую я примеряла. Да, 100% вискоза. Угу. Вот эти полосатые мне тоже нравятся очень. Блузочный рай здесь тоже. Угу. И... брючный, блузочный. Да. Ой, какая прелесть. Да, вот, допустим, сейчас можно и с красными брюками, да, надеть. Да, вот потом это, можно, да. Ну, вот и с черным тут цветом, тут вот. Угу. Оля, ну-ка цвета. Вот эту вытащи, хочу посмотреть. 56, Оля. Да. Вытащи. Ну да, такая свободненькая. Да. Так, а вот это вот смотри. Смотри, какая нежнятинка. Она как атлас, как шелк. Как шелковая, да. Хорошенькая. Вау, вообще. На кнопочках. Здесь вообще. А это вот... пуговицы? Да. А я думала, кнопки. В центре, кто женщины работают в офисах, да? Вот приходи и полностью экипировку себе. Не, я вот хочу сказать, вот Лене, правда, спасибо. Вчера была женщина, вот она благодаря, говорит, я смотрю Елену, и она приехала из другого города. Нужно было, говорит, переодеться, я так поняла, что с севера откуда-то. И она говорит, я прошла магазины какие-то, было дорого, и, говорит, мерила, ничего не подходило. И здесь вот, вот она прямо, говорит, нашла мой магазин. Вот и правда не хвастаюсь, рассказываю, как есть. И... зашла она у нас здесь, покупки совершила и в ЦУМ сходила. Да, это да. Кто же такой? Да. Девчонки, это кто же такой? Не Аня ли это с севера? Она крупная, нет? Ну, она у нас, сейчас скажу, у нее в основном все покупки были 52, наверное, 54. А, ну нет, это вообще мелкота. 52-54. Это очень даже хрупкая. Она говорит, спасибо, я теперь хоть буду знать, куда ходить. Ой, ну, девчонки, я рада. Спасибо. Да, рада быть полезной. Расцветка, да? Да. Оль, там такие же есть брючки, можно к ней подобрать. Можно бежевые, кстати. Можно. Синий тоже цвет хорошо сочетается. Оль, давай примерим тоже ее. Оль, а как, если вот такой вот бабочки такие бирюзовые? Кстати, тоже бирюзовый цвет тебе идет. Давайте, короче, вот... Я во всем понаряжаюсь. У меня релакс сегодня. Она выспалась сегодня. Я вчера говорю, Оля, высыпайся. Новое поступление будет, где разгуляться. Вот это платье мне очень нравится. Или сафари. Оль, смотри, сафари какое платьице. Да, моднявое, да? Да. Давай его тоже примерим. Угу. Давай. Давай. А размер мой есть? Есть, есть. Угу. Так, вот это какой? Вот такой Валена примерила тогда. Оль, я не примерила, потому что не было моего размера. Да. Вот это мне очень нравится. Нет, тебе мне оно нравится. Тебе мне оно очень нравится. Вот этот цвет. Оль, давайте вот этот попробуем. Да, вот это светленькое тебе лучше. Да, мы вот, кстати, у нас тут была фотосессия, вот кто в Инстаграм подписчики, и мы фотографировались. У нас одна модель блондинка, другая брюнетка. Угу. Только встанем здесь. Ну-ка. Вот такие.
Вот, поэтому, да. Мне кажется, Оля светленькая. Но хорошо. Мне бы вот черное подошло. Лично мне, хотя бы и хотя я блондинка, мне черное тоже больше нравится. А померим оба, да? Ну, давайте, померим. Да. Померим. Да. Так, девочки, вы вот эту расцветку узнаете? Я сейчас просто увидела и обалдела. Да? Только у меня халат махровенький такой, а здесь она хлопковая, что ли? Хлопок, сатин, да. Пионы, да. Прям, да, вот, розы и пионы. Мне так красота. Нравится эта расцветка, я сейчас увидела, думаю, что-то такое знакомое. А это костюмом или просто один жакет? Это жакет, у нас были юбочки такого же плана, но юбок не осталось. Это вот просто можно жакет. С брючками подобрать с брючки. С белыми, вот если были белые. А или... это какой размер? 50-й, Оль, тебе 50-й. Пойдет. Давай. А давайте комплект создадим. И вот еще точно такой же, только расцветка другая. И, кстати, юбочка есть к нему. Вот. Но это маленький размерчик. Да, остался. Он тут прям такой вот на узкую талию. Да, да. Да. Ой, ну вот эта расцветка прям вообще жакет классный. А тут вот штапельное платьице, серенькое вот такое, вискоска, 50-й. Костюмчик. Оля, вот мы разошлись, да? Так, и даже... брючки еще есть. Брючки. Девчонки, смотрите, какое платье боха. Брючки маленькие. Красивое. Это 50-й, ну, наверное, на 52-й тоже можно надеть. Ой, Лена, дай я такую же тоже. На вот. Это, кстати, твой размер. Да? Расцветка очень классная. Да? Угу. Лена. Нравится? Да, да. 3800 стоит. Угу. Примерим? Да. Примерим. Мне тоже нравится эта расцветка. А как же такая модель? Да, вот, кстати, тоже вот платье. Такое, да, как платье, халат, асимметрия, воротничок здесь такой, полоска, надпись, цветы тут. Да, масса на лето. Масса трендов. Да. Вот еще такой вот. Оль, пижами, давай такой тоже. Вот это, да. Смотри, воротничок. Супер. Угу. Стильная. Ой, какая прелесть, девчонки. Стильное вообще платьице. Кроссовки, туфельки, босоножки там. Да. Все примеряем. Это вот две расцветки, да? Да, вот две расцветки. А ты себе какую взяла? А у меня темно-синяя. Но у меня немножко модель другая, ткань такая же. Нет, вот та ткань мне больше. А вот эта вот. Зелень тоже. У него, приятная. Кстати, вот это 54-й. Вот я себе тоже 54-й взяла. Mm-hmm. Смотри, какой большой. Оно на 56-й запросто. Ну-ка, тебе. Да мне оно. Лена, оно тебе классно. Мне все классно. Да. Мне здесь все классно. Это мой магазин. Ткань, штапель на это... лето вообще супер. И вот мне нравится вот эта свобода. Воздух. Да, воздух. Много воздуха. Одно осталось такой расцветки. Так. Вот такое платье есть. Спортивное. Да, такой на высокий рост хорошо садится. Там тоже вискоза 100%. Элементы спорта тоже, да. Здесь накладной карман. Терракотовый цвет. И смотрите, какое кроссовки надели. Вот это вот платьице вискозное. Вот, девочки, такое платье, как у меня. Посмотрите, стили... как я его люблю. Да, вот смотрите, какие цепи. В стиле Коко Шанель. Да, и оно, кстати, не мнется вообще. И оно вне времени. Да. Медленная мода. Так, ну что, Оля, твой размер-то есть? Да, наверное, есть. Вот это не мой размер? Нет, это большой размер. Они больше мерят? Да, я себе взяла 54-й, по-моему. Да, 54-й, значит, тебе надо, Оль, 48-й. Есть?
Ну или 50-й хотя бы. Ну, вот 48-й. А это другое? Такое? Такое. Вот, давай 48-й примерим. Так, вот это платье клетчатое. А они были, по-моему, в других расцветках. И я его примеряла, по-моему. О, девчонки, так это размер какой? 56-й. Ну, оно, наверное, и на 58-й пойдет. Смотрите, какое свободненькое. Ткань очень приятная. Классная пыльная роза тоже. Но это размер вот большой. Смотри, какой. Спереди. Какой большой? 54-й. Угу. Спереди разрез какой, смотри. Да. Хорошенький. И вот оно как полотно, пожалуйста, любое украшение сюда. Да, базовое платьице. Классно. Оно одно осталось? Или ты примеришь свое? Оно одно. Нет, вот еще. А, 56-й еще есть. Вер, хочешь такое померить? 56-й. Вот оно прямо такое вот элегантное. Оль, цвет не мой вообще. Ну, видишь же, не мой цвет вообще. Я сразу потерялась. А вот тебе идет. Девчонки, я хочу вот эту блузку прикинуть к брючкам. Что-то она мне очень понравилась. До 52-го. До 52-го, ну, Оль, но будет нормально. Так. Девчонки, смотрите. Просто идеально. Просто идеально. Смотрите, как. Вот и брюки, и блуза. Блуза очень интересная. Прям брючком идеально. Мне кажется, сюда и хаки подойдет. Ну-ка. Во. И цвет хаки, брючки тоже хорошо. Хороши. И брючки вот эти мне нравятся. У них манжетики внизу. Ну, до чего аккуратненькие. И вот эти тоже подойдут 100%. Смотрите, цвет прямо вот, вот три цвета зеленого, и они все к этой блузе подходят. Сейчас давайте покажу еще, что из новинок. Смотрите, у нас был вот такой вот жилет. И вот такие вот брюки. Сейчас вот в продолжении этой капсулы они отшили плиссированную юбку. И вот такой вот жакет с коротким рукавом. Как раз вот такой вот для лета, для прохладного лета. Тоже вот. Потом у нас вот еще тоже модель. Юбка и вот такой вот жилет. Тоже комбинируем и с брюками, и на платье можно надеть, и с футболкой, и с блузой. Тоже вот прям. А размеры какие? Они размеры 46 по 56. Давайте я померю. Да, давайте вот померю. Просто вот это прям новинка. И можно прям посмотреть, с чем можно вот. Какую блузочку поднести можно? Да, с чем можно разбавить. Потом, знаете, еще хочу показать. Вот у нас футлярчик был вот такой вот небесно-голубой. Да, помню. И вот, посмотрите, мы получили в розовом цвете. По фигуре садится шикарно. Сейчас же впереди свадьбы, выпускные, юбилеи, почему-то всех летом. И вот, вот как раз такая вот. Очень много моделей свободных, а эта модель вот такая женственная. И вот учитывая то, что ну, тут ручки, они в принципе чуть-чуть и прикрыты, ну вот можно разные жакеты вот сверху вот, да, вот так вот накидывать. Тоже такой вот цвета очень красивые. Мне вот этот костюм еще в прошлый раз мы приходили, очень понравился. Есть вот на меня 52-й вот такой, вот если померить? Он, знаете, он до 48-го. Вот эта вот модель. Жалко. Да, розовая они решили. Расцветка прямо отличная. И брючки какие аккуратненькие. Посмотрите, вот еще. Опа. Да. Спинка горошек, перед полоска. И ткань. Ой, ткань какая, да, приятная. Ткань такая. Вот до этого синее было платье, такое, как рубашечное в полоску. Вот ткань понравилась, и вот они сейчас продолжают с него отшивать. Модель.
Ну, вот у нас тоже моделька. Вся такая. Да, вот видите, разные, такое разные направления. Примеряла, оно прямо смотрится спортивным. Да, и на высокий рост, но тут все равно талия такая, она как заниженная идет. Низковатая такая талия, такая по фасону. А я его затягивала и поднимала вверх. И получается, да, с напуском, да, шикарно. Да, да, да. Так, еще вот сейчас покажу. У нас вот такое вот платье-рубашка. Ой, вот это какое. Очень, вот, очень классное. Оно, да, есть в голубом цвете и есть, сейчас скажу, высушенная трава. Ой, сено. Сено. Да, бока. Смотри, очень интересно. Вот, давайте померим. Опековочкой обработано. Да. Девчонки, когда я говорю опековкой обработано, это значит обработана опековка. Я не ошиблась. Я знаю, что такое оверлок и знаю, что такое опековка. Поэтому не поправляйте. А то худо будет. Так. Сейчас еще покажу. А, вот. Наталья, вот у нас тут прямо это. С пылу с жару только отпай. Посмотрите, какие кардиганы. Есть еще цвет белый. Скажи. Уже, да? Цвет. Коралловый кардиган. Повешайте. Коралловый, да? Коралловый кардиган. Коралловый тоненький, хорошо с бежевым тоненький сочетается. Да, да. Вот сейчас вон те бежевые брючки, да, блузочку, да, и кардиганчик. Девочки, он очень тонкий, я вас вижу. Да. Вот прям на лето. Да. А вот с этим можно, да и с другим, морской образ сделать. Вот он будет другой, но можно сочинить морской запросто. Отличные новиночки. Сейчас Агатам дадим. Так, потом вот еще моделька. Тоже посмотрите, какой. Да, Оль, тоже смотри, цвет. Вот такая вертикаль, да, полоска. Ткань тоже вот такая вот прям легкая. Угу, ткань приятная. Тоже будем мерить. Размеры есть. И вот тоже моделька. Будем мерить. Горошек, вот это классное в горошек, да, вот тоже. И фасончик твой, да? Да, юбочка, разлетайка. Так, давайте еще покажу. Сколько у нас футболок? Да, давайте футболки примерим. Посмотрите, пола. Пола белая, синяя. Так. Потом вот такая мята. Угу. Белая базовая. Смотрите, девочка тут что-то слушает. Это маме. С зеленым к ее. Вот такая. Да, вот, вот это хорошенькая, да, резинка. Да. Так, сейчас покажу прям такая с бусинкой. Вау, вот это вот цвет приятный, да? Да, и ее можно классный сочетать какой тоже вот, да, в разном стиле. Наверх какой можно что-то. 50-й? Угу. Не, мерить. Размеры есть. Угу. Посмотрите, вот с пайеточкой. Да. Классные тоже. Это вот тоже прям новинки. Лимонный цвет. А вот посмотрите. Угу. С репродукциями. Угу. Тоже сейчас все. Тут все прямо это ткань такая. Да. Поплотнее. Немножечко. Желтый. Посмотрите, угу, какой яркий, насыщенный. Так, сейчас вот еще покажу. Красивый. Красивый, да, красный. Это из которых. Вот размерчик маленький остался, но морской вот такой, да? Угу. А почему здесь у нас еще там, может, и мы найдем? Да, да, мы тут. Нет. Посмотрите. Вот шляпка. За живой шляпкой. 3D. Кстати, вот кто в Инстаграм подписались, у нас сейчас розыгрыш футболки. Там просто надо подписаться, отметить друга и разыгрываем футболки. У нас периодически. Девочки, да, я Инстаграм подпишусь и отмечу друга. Инстаграм я оставлю под видео. В инфобоксе. Да. Ну вот тоже хаки. То есть вот, вот прям предлагаю, будем мерить, примерять брюки, кардиганы. Можно под низ вот как раз футболочку подобрать. Вот нежная, легонькая. Тоже хлопок. Хлопок тонкий, тонкий, да, хлопок. Вот кто-то же любит, вот я вот, например, люблю шитье очень. А тут там и горошек, и шитьё, и прямо осталось, такая вот. Да. Еще вот, знаете, сейчас покажу модельку. Модель очень, вот она удобная, комфортная. Тоже здесь разная цветовая гамма подойдет. Такая вот. Уже прям хорошо садится.
Вот это яркое. Да, до 56 размера. И вот третий цвет. Прям вообще вырвет глаз. Вот уже хорошенькая. Да. Девчонки, дюймовочки, приходите. На вас тут тоже очень много интересных моделей. Вот, как раз... вот молочный, да, молочный, такой же кардиган. На платьице вот так накинули и все. Ну, вот это платье мне очень понравилось. Прям очень. А, вот еще, кстати, у нас новенькие вот как раз такой. Такие вот туники, да, низ асимметричный, разноуровневый. Смотрится. И есть. Вот такие тоже, это у нас новинка. Еще, правда, вот эту вчера уже успели померить. Это не мерили, смотрите, какие широкие брючки такие. Тоже уже можно палаццо. Футболки какие-то, да, палаццо. Девчонки, прямо и цветом лен, и фактура такая интересная. И тут прям все в этих травах полевых. Девочки, мне вот это нравится, но размер только 48. Одна блуза осталась, 100% хлопок. Посмотрите, как можно ее сочетать с любыми брюками из этих. Все расцветки хаки и вот такая хлопковая блуза. Можно с белыми брючками ее надеть. Кстати, вот белые брюки есть. Они белые в полоску и вот такие слегка молочные. И тоже хорошо будет с этой блузкой. Ну-ка я достану их. Я как-то сказала, что здесь нет белых брюк. Есть уже, уже есть. Ну это я сейчас вот беленькие достала. Вот так. А можно с зелеными. Блузка очень понравилась мне это. Наверное, на 50 тоже. 2900 стоит. Классная блуза на лето, на жаркое. Ну что, девочки, примерки начинаем? А примерки вы увидите в следующем видео. До скорой встречи!